только у нас неприятности, ты валишь всю ответственность на меня, как тогда в Мариборе, помнишь? Лапушка, не уходи от темы. Я могу помочь? Смотря чем. Ты кто такой? Геральт из Ривии, ведьмак. Ты, Велина Галло, ласочка. Для друзей. Ладно, Мерин, успокойся. А ты говори, чего хочешь? Для тебя есть работа. Правда? Какого рода? Анонимное выступление в одном аукционном доме. Без публики. В награду все, что унесешь. Эвелина, подумай! Мы его не знаем. Как это не знаем? Он же представился. Ты что, не слышал? Геральт из Ривии. Ты меня прекрасно поняла. Мы не знаем, можно ли ему доверять. Доверять никому нельзя. Мы можем договориться. Видишь ли, у меня проблема. Дай угадаю, нужно убить чудовище. Где-то наверняка, но не здесь. Мне продолжать или будешь угадывать дальше? Понимаешь, один из наших артистов, Ван Соколиный Глаз, потерял зрение. Напился какой-то дрянной сивухи. Жаль его, конечно, но дело не в этом. Мы продали все билеты на наше выступление. Зрители ждут. Так что или кто-то его заменит, или надо будет возвращать деньги. И все бы ничего, да только мы их уже потратили. Ага, уже вижу, к чему все идет. Ну тогда сразу к делу. Выступи здесь вместо Ванна, и я тебе помогу. А что нужно делать? Скакать через пылающий обруч? Нет. Берешь арбалет и стреляешь в цель. Эвелина, не знаю, насколько это хорошая мысль. И я не знаю. Там будет видно. Ну так как, ведьмак? Ты согласен? Ну, из арбалета я стреляю неплохо. Добро, я участвую. Прекрасно. Ну что, начинаем? Людям не терпится. Прямо сейчас? Вот так, без репетиций? Да что тут упражняться? Тебе просто нужно выстрелить в цель. И попасть, кстати. Ладно. Была не была. Начинаем. О, вот это мне нравится. Не боишься рисковать, да? Идем.